Действует ли прослушивание мантр так же, как их чтение? Чтение действует более эффективно. Как долго нужно слушать, быть полезным? Ответы, меня не касаются. Я не знаю ответы на вопросы, как долго читать или как долго слушать. Не понимаю этого. Как долго для чего? Вот знаете, иногда, допустим, человек приходит и начинает лечиться. Вот есть заболевания, давайте, раз мы сегодня уже о легких начали говорить, допустим, заболевания, там, туберкуль, это совсем сложное, такое какое-нибудь простое. У человека есть, допустим, кожное заболевание, там, кожное высыпание и псориаз. Человек приходит к врачу, и врач говорит: вот мы можем попробовать такую терапию, мажьте этим, пейте это. И человек говорит: а сколько по времени для того, чтобы мне помогло? Ни один врач не ответит. Он может гипотетически, как рекомендует фармкомпании, то есть принимать по одной таблетке 3 раза в день, дозировки там 50-200 миллиграммов, и принимать это на протяжении 1 месяца. И еще у него есть лечебный протокол, в ходе которого по поставленному диагнозу он может назначить еще какие-то дополнительные терапии и так далее. То есть он не знает, почему не знает, а он не знает, как должен среагировать организм. Организм может среагировать хорошо, а может нехорошо. Организм может лечиться, а может нет, может произойти процесс декомпенсации, может наоборот произойти процесс усложнений. И это все может быть, от чего это зависит? От диагноза, от дебюта, когда он произошел, от, наверное, сопутствующих болезней, наверное, от степени заболевания. И от этого очень много зависит, от того, как иммунитет, какое лечение получал до этого, какой правильно ли поставлен диагноз, может не то лечится, и как организм, у одного организма может там, как в таблетках написано, там за неделю, за месяц, за год вылечиться, а у другого годами. Точно так же и здесь. Вот, допустим, я беру мантру, которая привлекает деньги, материальное благополучие в жизни. Видям дыхи махешвари, самастамадхи дам дыхи дыхими парамешвари. Читаю ее 108 раз. И прямо когда читаю, мне приходят деньги. На счета, на карточки приходят люди. Почему? У меня много всего открыто. Есть магазины, заводы, газеты, пароходы там, и так далее. И это все из-за того, что эта масса большая всего наоткрыванного везде, то большое количество может на это все клевать, понимаете? Поэтому все. А если бы у меня никто меня не знает, никто меня не ждет, никто не поцелует, никто. Я открыл интернет-магазин. Этот интернет-магазин, его даже Google не видит. Я сижу, у меня в группе там 4 человека, и подписчиков у меня в Фейсбуке 8, которых я сам добавил, они еще не добавились. И вот я сижу, положил руки на колени и говорю: так, мне надо продавать вот эти кроссовки, которые я купил, я буду делать большой бизнес. Или я написал книжку, вот хочу, чтобы эту книжку кто-то покупал. Ее никто не видит. Будете читать мантру, ведям дыхи махешвари, самастамадхидам, да хоть 6 часов. Да хоть 6 часов, да хоть 12 читайте, чудо не произойдет. Но в течение года могут произойти события. Эти события, они могут произойти, вас кто-то найдет, у вас появится знакомство. Но здесь тоже еще есть нюансы. Знаете, вам позвонят, а вы убегаете от долгов, сбросите телефон и не ответите. А это, скорее всего, был человек, который хочет просто о вас вспомнил, встретиться, ваш там подруг или друг. И хотят с вами встретиться для того, чтобы просто поговорить. А оказывается, у них зять, он там директор какой-нибудь издательства, или там ему требуется кто-то. И так бы пришли, встретились, кофе бы попили, а зяти бы узнали. Потом через месяц бы поговорили, а сказали бы, что вы там книжки пишете. Она бы зятю рассказала через месяц, зять бы сказала: мне нужен журналист или копирайтер. Вас бы взяли, он бы потом почитал вашу книжку и опубликовал. За год бы это произошло. А так ничего не произойдет. Получается, очень для того, чтобы у человека мантры влияли на то, что человек хочет, нужно много делать путей. Много-много путей должно быть, много-много путей, много встреч, много контактов, много коммуникаций, много людей, много всего. А люди как устроены? Чем больше у человека страхов, чем сильнее человек всего боится, тем меньше шансов у него быть счастливым человеком. Нету шансов. Боюсь говорить, боюсь встречаться, боюсь разговаривать, боюсь смотреть, боюсь у претензии. Или создаете впечатление, там с кем-то встретились, сразу же претензии. Вы неправильно мир воспринимаете. Каждый человек имеет право
быть человеком, который имеет право на все, что есть в этом мире. И у вас есть это право. Что закрывает для вас возможности? Страхи, страх. Страхи коммуникации, страхи общения, страхи. Люди, которые не здороваются с другими людьми, которых они видят первый раз. Ну, я не говорю, в метро нужно со всеми за руку поздороваться. Я в метро не езжу. Почему? Я всем улыбаюсь. Все думают, что я сумасшедший. Но я настолько тепло отношусь к людям, что если на улице кто-то подходит и говорит: «Здрасте, мы вас знаем, вы этот». Я говорю: «Давайте тогда обниматься». Почему я это делаю? Я коммуницирую со всеми. Почему Одесса самый лучший город на земле? В Одессе все друг друга знают. Послушайте, Одесса — это мой любимый город вообще. Почему? В Одессе ты можешь зайти и поговорить за жизнь с любым продавцом комсы. С каждым человеком можешь поговорить. Нет более коммуникабельных людей, чем люди, живущие в Одессе и Одесской области. Где угодно, за что угодно, с кем угодно можно говорить. Если ты разговаривался с кем-нибудь, этот человек говорит: «Здрасте». Человек останавливается, говорит: «Здрасте. И как дела?» «Да нормально». Это везде так происходит. Но если этого нет, то перед вами 100% не одессит. А так заходите на рынок, со всеми можете поговорить за жизнь. Что хотите, можете. Ездите в... Если вы будете ехать в трамвай, то узнаете все новости, которые есть вообще, где хочешь. Почему? Самый коммуникабельный город. Почему? Коммуникация есть возможности. Коммуникация есть возможности.